Вот как-то так была уже готовая у нас контейнерная площадка. Мы ее разобрали. Сейчас будем наращивать полметра. Ноги приваливать снизу. Будем поднимать. Этот же профлист будем прикручивать. Вот у нас разложен этот же профлист. Будем прикручивать, только ниже уже будет и будет сверху. Так вот будет окно на полметра в высоту. Все, делаем потихоньку. Вот добавили ноги снизу. 500 миллиметров, полметра. Все полностью обводили. Сейчас покрасим и обшиваем. Закончили мы переделку контейнерной площадки. Напомню, значит, контейнерная площадка. Габариты 3 метра в ширину, длину 4,5 метра. Высота в стенках получается 2,300, в коньке 2,800. Полностью обшита зеленым профлистом. Значит, каркас сваден из профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40, 40 на 40. Ножки подняли на полметра, вообще 60 на 40 сделали. То есть, чтобы помощнее, понадежней. Значит, цвет теплицы, ну, как бы, не контейнерной площадки. 7004 серый цвет, полимерно-порошковым способом окрашено. Цвет профлиста с внутренней стороны тоже такой же серый цвет. Здесь ворота. Сбоку тоже ворота. Ну, как бы с торца. 5 баков входит. Все смонтировано к асфальту. Забита арматура и привалено. Все швы подкрашены. Полностью по кругу. Все. Такая конструкция получилась. Всем пока.